Видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах». Добрый день! Сегодня я вам расскажу о стиральной машине Bosch. Это машина с фронтальной загрузкой, максимальная вместимость 5 кг, максимальная скорость отжима 1000 оборотов в минуту. Класс энергопотребления А. Габариты машинки 60 на 45 см, 85 см в высоту. Люк открывается на 180 градусов. Есть цифровой дисплей с подсветкой для отображения режимов. После окончания стирки подается звуковой сигнал. В машине 15 режимов стирки. От шерсти и тонкого белья до джинсов и самой верхней одежды. Все режимы отображаются на дисплее. Каждый режим можно отрегулировать, изменить температуру, обороты, выставить программу отсрочки. Есть эко-режим, это пониженная температура с такой же эффективностью стирки. Есть ночная программа, это пониженный уровень шума. Можно отменить отжим и слив совсем. Самая быстрая программа 15 минут. Самая долгая – хлопок с предварительной стиркой 2,5 часа. В машине есть контроль за уровнем пены. Если слишком много пены, то включится дополнительное полоскание. Есть контроль дисбаланса. То есть при отжиме машина регулирует распределение белья. Если у нее это не получается сделать, то скорость отжима снижается или она совсем перестает отжимать. Есть функция дозагрузы белья после старта. Определенная программа. Есть система защиты от детей. Если они во время режима выставленного что-то накрутит, она просто остановится. Потом можно по новой выставить тот же режим. Программа продолжит стирать с места остановки. Машина оборудована системой AquaStop. То есть после стирки не нужно перекрывать кран. Есть полная защита от протечек. Машина работает негромко. Уровень шума очень низкий. Уровень загрузки белья 5 кг, но можно стирать также 1 кг, она также прекрасно постирает. Машиной я пользуюсь 1,5 года, двое маленьких детей, то есть она работает практически беспрерывно. Никаких недостатков я не заметила. Единственное, что у нее в барабане отверстие для стока не в дне, а немножко в стенке. Поэтому после каждой стирки нужно протирать вот здесь воду, которая остается. Режимы стирки все разные. Есть специальный режим рубашки. На него можно поставить, и тогда рубашки, в принципе, можно не гладить. Они не мнутся. Ссылка на машину в описании. Если видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.